Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Андрол и его ведущий Степанов. Я вот по колено в некой субстанции, которую дерьмом, конечно, назвать сложно, но примес дерьма здесь, похоже, есть. Нахожусь в одной из самых сложных и интересных рек Москвы. Называется она Нищенко. Прежде чем мы продолжим наш рассказ об этой реке, небольшая рекламная пауза. Хотел бы порекомендовать вам канал «Путешествие Frost 5». Создатель канала лазит по очень высоким и интересным объектам, показывает города с необычных ракурсов и делает качественные интересные видео. Подписывайтесь на его канал, ссылочка будет в описании, и не переключайтесь. За моей спиной коллектор Нищенки и шиберный затвор, который отделяет основной коллектор Нищенки от снегоплавильной камеры. И сейчас мы будем пытаться продолжать вот в таком вот режиме идти дальше вниз по течению. Некоторые из этих кадров вы уже видели в серии о Калитниковском ручье. В этом месте он впадает в Нищенку, и здесь же находится интересная перепадная камера, где Нищенка каскадом спускается ниже. Именно с этого места мы и начали наш долгий путь вниз по этой непростой реке. Путь от устья Калитниковского ручья вниз по течению проходил по одной из двух однообразных труб. Лишь в одном месте мы остановились у сбойки двух труб, чтобы поснимать живописные подключки, выходящие в коллектор где-то под потолком. Нищенка является одной из самых длинных по протяженности водотока рек Москвы в пределах МКАД. Ее длина превышает 12,5 км, а с левым истоком, Клудовским ручьем, 15 км. По дороге нам попался очень живописный корень какого-то дерева. Оно очень уютно устроилось, пустив сюда свою корневую систему и круглый год питаясь речной водой. Оказывается, не только нерадивые водопользователи осуществляют незаконный забор воды, но и природа тоже пользуется подземными реками, таким образом круглый год получая доступ к воде. Правда, водичка здесь далеко не чистая, не свежая. Она считается одной из самых загрязненных московских рек. Причем такая ситуация была и многие десятилетия назад. Недаром на одной из фотографий, сделанных в 1967 году, пожарные тушат, по-видимому, загоревшиеся нефтепродукты, которые в обилии сливали в реку. А мы сейчас подошли к еще очередной камере, где организована была снегоплавилка. Сейчас она уже не действует, но вот там вот с трудом проглядывается свет с улицы. Совсем с недавних пор снегоплавильные пункты, как это правильно называется, снегосплавные пункты на московских подземных реках перестали функционировать. Их перевели на канализацию, то есть весь снег, который собирается в Москве, его утилизируют через канализационные коллекторы. А вот это вот остатки с тех времен, снегоплавильная камера, которая когда-то работала здесь, когда снег с дорог собирали и утилизировали в московских подземных реках. Достаточно интересная камера в Нищенке. Здесь оба рукава сливаются в один большой поток. Здесь же Нищенка принимает подключку. И небольшой участок, метров где-то около 20, Нищенка течет в просторном прямоугольном коллекторе. И спустя эти 20 метров опять начинаются два параллельных сдвоенных кругляша. В верховьях и среднем течении Нищенка поочередно течет то в открытом русле, то в коллекторе. В нижнем течении полностью убрано в коллектор.
Убирали реку под землю во второй половине 20 века по мере застройки прилегающих к ее руслу территорий. Еще на фотографиях 1960-х годов можно видеть воды Нищенки, свободно текущими среди естественного ландшафта. В коллекторе Нищенка достаточно полноводна. Начиная от среднего течения, она большей частью течет в двух параллельных трехметровых трубах. В низовьях труб становится три. Это говорит о значительном расходе воды. В дождь ее коллектор заполняется почти полностью. Местами, даже зимой, течение настолько сильное, что устоять в потоке весьма проблематично. Течение достаточно сильное, настолько сильное, что это ощущается при ходьбе. Продолжаем наше путешествие по коллектору Нищенки. И здесь мы можем видеть сохранившийся участок опалубки, когда бетоном заливали, собственно, вот этот вот прямоугольный участок. Тут хорошо видны на стенах следы опалубки. И как это выглядело в момент строительства коллектора. Вот какие масштабы бывают в подземных реках Москвы. Это Нищенка, товарищи. Пройдя еще немного вниз по течению, мы выбрались наверх через ближайший люк. Но спустя несколько месяцев мы вернулись в Нищенку, чтобы спуститься в ее коллектор через портал в приустьевой части. Мы решили немножечко поизвращаться и со снарягой задигать портал Нищенки. Фактически, портал Нищенки считается недоступным сейчас со стороны коллектора из-за большой глубины. То есть единственный способ попасть в него изнутри – это проплыть по коллектору на лодке от некой условной точки, где начинается высокий уровень воды. Раньше в него можно было спуститься по наружной лестнице с улицы, но ее спилили то ли на металл, то ли сами мосводостоковцы, чтобы туда не лазили малолетние искатели приключений. В итоге сейчас попасть внутрь портала проще всего, спустившись туда с альпснаряжением. У меня все через одно место. Все. Ну, готов второй оператор? Шаг за шагом босиком по воде. Время на что отпущено нам. Солнце праздник солью в беде. Души резали напополам. По ошибке, конечно, нет. Награждают сердцами птиц. Те, кто помнит дорогу наверх. Забросится вниз. Нас вели поводыри облака. За ступенью ступень, как над пропастью мост. Порой у нас швыряло на дно. Порой поднимало Нелепо. До самых звезд. Красное на черном. Красное на черном. Ну что, красное девушка, на черном. А чё ты на этот пост не пошла? В уме часы, словно вот теперь снегопад. По земле проходили мы. Ну что, подземные исследователи отправляются внутрь. Пока мои напарники отправились исследовать портал Нищенки, я остался наверху сторожить снарягу и вещи. Мне еще предстоял спуск вниз и прогулка сквозь темноту и прохладу коллектора этой интересной и непростой реки. Ну а в то время, как мы штурмуем портал, расскажу несколько версий о происхождении названия реки. По одной из них река названа так благодаря тому, что ее истоки расположены вблизи Владимирского тракта, где собиралось множество нищих просить подаяния. Но эту версию большинство исследователей считают ошибочной. Более распространено мнение, что Нищенку раньше часто называли Голедянкой по наименованию ее крупнейшего притока Панамарки. Другое название Панамарки – Голедянка. Из-за того, что на ее берегах жило племя голедян, более бедное, нежели славяне. Красное на черном, день встает, смотри, как пятится ночь. Красное на черном.
звезды прочь. Красное на черном, на кресте не спекается кровь. Красное на черном. Ну вот, теперь я внизу. И такие виды открываются из портала коллектора уже на выход реки Нищенки к очистным сооружениям. Вот там дальше находятся очистные сооружения. Справа обгонный корректор при сильном уровне воды, он идет прямо в Москву-реку. А в спокойную воду сейчас Нищенка вытекает вот из того коллектора. И гигантские масштабы, гигантомания под землей. О-о-о-о-о! Уже немного отойдя от портала, я слышу, как впереди шумит вода, шумит сама Нищенка. Здесь я прохожу небольшой участок, после которого высота коллектора уменьшается. Коллектор уходит под проезжую часть. Здесь можно видеть симпатичные сталактиты. Вскоре коллектор поворачивает. И впереди меня уже ждет сама Нищенка. Ее самые низовья. Три огромных 4-метровых трубы, уложенные параллельно. В общем-то, несложно представить о том, какой же расход воды здесь. Вот она, камера Нищенки с колоннами. Одна из самых больших рек Москвы. И несложно предположить, что же здесь творится в дожди. То есть вот этот сухой портал, он сейчас практически на мой рост выше уровня воды. А в сильный дождь вода течет уже через вот портал, который сейчас сухой, и уровень воды поднимается иногда практически до потолка этого портала. Хотел бы порекомендовать вам канал «Путешествие Frost 5». Создатель канала лазит по очень высоким и интересным объектам, показывает города с необычных ракурсов и делает качественные и интересные видео. Подписывайтесь на его канал, ссылочка будет в описании, и не переключайтесь. Нищенка – река очень интересная и непростая с точки зрения ее исследования. Кроме того, большой интерес представляют и ее притоки, такие как Панамарка, Коломенка, Калитниковский ручей, в котором мы уже побывали. Есть очень необычные места в верховьях Нищенки. И с большой вероятностью можно сказать, что на нашем канале будут еще видео, посвященные этой реке. А сейчас я прощаюсь с вами. До скорых встреч на канале Underworld. Не забывайте поставить большой палец вверх и рассказать об этом видео в своих соцсетях. Всего вам самого наилучшего!